Артем, спасибо большое за донат. Давай рядом смотреть. Новый Иерусалимский монастырь. Кирилл Хардрокер, тоже спасибо, место. Чуть позже. И в 10 километрах от святого места происходит, ну, находится оплот сатанизма и разврата. Ну зачем же? Это реп-база группы «Смех». Да. Так. Что мы здесь делаем? Репетируем. Мне нравится поигрывать иногда. Знаете, я типа примазался к ребятам. Ну, «Смех», кстати, заебатая группа. Ты панк. Ну, как? Нет, по тебе не скажешь. То есть ты выглядишь как те люди, которые как бы бьют панков, как правило. Ну, так можно и надо бить панка, смотри, какой панк. Я не в смысле, что прям. Мне нравится панк-музыка, вот так тебе скажу. И мне же нравится еще и ретро-ФМ, без приколов. Я сижу прям 88.3, ты тыкнул, и там просто мой дельтаплан, и ты такой, нормально. Понимаешь? Но в целом должно переть. Если не прет, дельтаплан прет иногда. Папа играл на гитаре, и я всегда смотрел. Они вдвоем играли, он там еще друган был, и они постоянно как две гитары что-то сыграют. Я такой, блин, я сначала завидовал, нравилось. И в итоге пиком было, наверное, когда я в детстве посмотрел «Операция И» и «Постой, паровоз». И я думаю, господи, если я не научусь «Постой, паровоз» играть, зачем я живу вообще тогда? И когда я играл Вицин «Постой, паровоз», я думаю, я хочу пим-пим-пим, «Постой, паровоз». И я такой, все, надо. А без так-то... самоучителя, без всего? Не, ну самоучитель какой-то. Ну я книжку посмотрел, ну и папе говорю, пап, что там? Покажи. Он такой, вот. Я говорю, как? Он такой, отстань. И я такой, ладно. И сижу. И он говорит, не смотри, главное, не смотри сюда, нельзя смотреть. И я выключал свет в комнате и сидел. И типа, а все равно не видно. И ты смотришь, и не видно. И ты начинаешь, вторая, третья. И обычно три блатных ты выучил, а МДМ, все, что-то буре, все дела, буре. Ну, все, вот эти понаучился, и раз, и потом уже на опыте я могу обычную любую песню на обычных аккордах сыграть. То есть вот этого всего я ничего не умел. То есть я на крайне любительском уровне играю, то есть я не научился. Ты как бы, если ты умеешь играть АМДМ, то вот эти три струны наверху ты тоже зажмешь. Я по факту... Ну, это да. Люди сейчас увидят, ну, познакомившись с группой «Смех», и у многих будет вопрос, а что... Видите, глупцы. Вот что, они действительно умеют играть? Они... Этому надо учиться, да? Да. Вот тому, что они делают. Я чтобы что-то... сыграть песню «Очень вкусное говно», да. Или... Ну, ты чё? Это охуеть как нелегко. Барабанщик там особенно вообще охуеть что творит. Так она такая драйвовая, понимаешь, настолько... Ну, очень вкусный говно. Это же причем отсылочка к старой песне «Смех говно». Жарковат. Леха на барабанах? Лёха, давай. Гитары терпели? Ну что, еще и там что-то сыграть может? Нормально, спотыкач может сыграть. Провинция. Сыграл. А мне понравилось. Не, мы не готовились. Мне нравится играть просто на барабанах в целом. Я что-то сделал неправильно, потому что у меня все забилось уже сразу. То есть прикинь, как это играть в концерт. У меня все болит. Не знаю, ну типа стендап у его, конечно, блять, хуйня. Да. Но ну что-то умеет даже. Это неплохо, это забавно, это странно, это неожиданно, да. От человека с его выражением, блять, лица. Это прям прикольно, странно.